Нашла я вас случайно. Я в Инстаграме увидела, что Олег Геннадьевич принимает, значит, вот с такими-то болезнями. У меня как раз левая нога очень болела, поясница. И я решила попробовать пробный сеанс, вот 3 минуты. Пришла к вам, 3 минуты эти полежала, была приятно удивлена, мне очень все понравилось. То есть за 3 минуты вы уже получили? Да, я приехала домой и подумала, что-то как-то мне очень хорошо. И поэтому уже на следующий день я уже вам позвонила и записалась, а я уже ехала с таким решением, что я буду брать абонемент. Потому что у меня уже со второго сеанса, у меня уже перестала болеть нога. И вообще вот легкость какая-то в теле, всегда, видите, вот хочется всегда расправить грудь, как-то вот прямо сидеть. Я в автобусе себя вот на мысли такой поймала, что я сижу в автобусе вот с такой грудью и улыбаюсь. Как-то вот, да. Поэтому вот с удовольствием я купила абонемент, с удовольствием хожу. Таня, вы еще говорили, что вы спали.